Всем привет, ребята! С вами канал Владелец Аквариума и я Дима. Вот с момента перестановки очередной прошла неделя. И хочу показать вам состояние 72-литрового аквариума на данный момент. В общем, как видите, рыбы себя чувствуют хорошо. Водорослееды что-то друг друга гоняют. Сомики рыщут в поисках еды. Вот. Буцефаландры чувствуют себя хорошо, пускают новые листья, корни прикрепляются к лаве. Вот. Как бы без каких-либо происшествий. Единственное, что буцефаландра Super Blue Type Round. Сейчас я вам ее поближе покажу. Так. Вот Super Blue Type 2 большая, а вот под ней Type Round. Вот она. Она почему-то сбросила вчера один лист. Не знаю, может быть, я повредил при перестановках, может быть, что-то какие-то параметры не подошли. Потому как я опять начал заливать сюда осмос, и вот была подмена первая осмосом. Вот, посмотрим, как будет дальше все реагировать. Вот. В остальном все нормально, все растения растут, переживаются, почва покровка начала расти, повторюсь, меня это радует. Вот. Мох на заднем фоне, мох бабл тоже растет, точки роста видно. Вот. Единственное, что муть, которую поднимают сомики, она меня, конечно, нервирует и не нравится. Не знаю, будет новый аквариум, наверное, я буду сомиков оставлять в этом старом, а в новый я уже коридоросов не заведу, потому что сильно много они мути поднимают. Вот. Также появились небольшие обрастания на Silver Powder, на буцефаландрах, на Бальбитисе. Но я думаю, подменами как-нибудь поборюсь с этим и исчезнет. Если нет, буду механическим путем вручную убирать, что делать. Вот. Из новенького, что тут произошло. Вот сделал такую полочку для муховый буцефаландр. Сейчас покажу с другой стороны. С торца будет вот так лучше видно. Значит, тут у меня вот ее так видно. 6 кусочков с лавой, слева направо, это Physidens Fox, Physidens Fontanus, вот он, Bubble, тот, который вот здесь на стенке прирощен, и ризомы от Буцефаландры Silver Powder. После моих перестановок я отрезал с них ростки и их не стал выкидывать, а вот решил примотать и прорастить. И вот уже есть детки на них, они прорастают, я думаю, будет нормальное пополнение. Вот. В принципе, по аквариуму, вот посмотрите, как все выглядит. Вот, кстати, еще вот эти вот ризомы от Silver Powder. Ха, Black Venezuela вот эти отдыхают на буцках. Вот, так все выглядит. Вот это мне нравится, буцефаландра. Она вроде недорогая, этот колокуньян 1 или колокауньян. Эти названия я еще до сих пор не могу запомнить. Так. Кстати, вот, ребята, смотрите, вот буцефаландра с таким белым, белый лист с зеленой прожилкой. Вот он четко, если по центру смотреть. Я прошу, кто разбирается в буцках, подскажите, что же это может быть за вид? Может, кто-то скажет, но я не знаю, я не смог определить. Это то, что я на базаре купил на позапрошлой неделе. Вот, новый лист она еще не выпустила, я не могу определить. Кстати, Silver Powder опять цветут, собираются цвести. Постоянно цветут. В общем, ребята, вот такое состояние аквариума.
Тесты воды я не делал. Не знаю, может быть, сделаю на этой неделе, в воскресенье, когда перед подменой и после подмены, и посмотрим, насколько же меняются параметры. Вот. Пока все. Все, что хотел показать и рассказать, все рассказал. Ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте ваши комментарии. Меня это мотивирует к созданию новых видео. На сегодня все. Всего доброго.